В рамках национального проекта «Экология» в республике значительное внимание уделяют содержанию и строительству очистных сооружений. На смену старым технологиям приходят новые разработки. Наша съемочная группа побывала в Урнарском районе. Биологическая очистка – новый метод очищения сточных вод. Его основное преимущество – отсутствие химических реагентов. Очистка происходит путем взаимодействия различных микроорганизмов. Сегодня в поселке Вурнары проживает порядка 10 тысяч человек. В последнее время очистная система поселка перестала справляться с нагрузкой. Для решения проблемы всю систему очистки канализации было решено полностью заменить и установить биологические очистные сооружения. На сегодняшний день идет строительство по очистным сооружениям для поселка Вурнар на 1800 кубических метров в сутки. Работы ведут в соответствии с графиком. Работы начаты в августе месяце 2019 года. Сдача предлагается у нас по контракту 30 ноября 2020 года. На сегодняшний день работы осуществляются по монтажу емкостей, по устройству фундаментов. Соответственно, параллельно ведем прокладку сетей, магистральных сетей. Новый комплекс будет обслуживать не только многоквартирные дома, но и частный сектор. Имеющуюся станцию переоборудуют для очистки ливневых вод. Наше правительство правильно делает. Упор на экологию. Биологические очистные сооружения активно строятся по всей республике. Новым методом очистки уже воспользовались в Ибресинском и Алаторском районах. Богдана Дойникова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика.